Решение суда о расторжении договора с коммунальными технологиями вступило в силу. Об этом сегодня заявил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Передача имущества начнется уже завтра. Когда планируете передать сети коммунальных технологий обратно в муниципалитет для дальнейшей эксплуатации? Решение суда исполняете и передаете сети в соответствии с решением? Мы не имеем права не исполнять решение суда. Напомню, городские сети были переданы в долгосрочную аренду коммунальным технологиям, но качество услуг по поставке горячей воды и тепла постоянно возникали вопросы как у горожан, так и у надзорных ведомств. При этом предприятие накопило огромные долги за газ. Расторгать договор аренды Чебоксарской администрации пришлось через суд. Городские власти создали муниципальное предприятие «Теплосеть», которое будет принимать имущество от коммунальных технологий и с осени начнет поставлять тепло в разные районы Чебоксар. Алексей Ладыков поручил оперативно принять котельные и теплосети на баланс МУПа, чтобы качественно подготовиться к отопительному сезону.